У наступном году 3-я Рогачевская средняя школа означает юбилей 55-летия. Она была побудована в 1962-м. Причем урочистости пройдут уже у обновленном будинку. На реконструкцию установы с бюджета выдаткована больше 10 миллиардов недоминованных рублей. Рыхтоваться до капитального ремонта у школе почали еще подчас зимовых каникул, когда у классах провели работы по демонтажу старой мебли. Але основные работы сделали на протягу лета. Монтаж нового даху, замена оконных блоков, добропорядкование территории. При этом частку работ выполнили так званым господарчим способом с протягнением волонтерских отрядов. У их состав включили наученцев будовничих колледжев Зрагачева, Гомеля и Мазыра. У администрации школы кажут, что теперь для наученцев створены умовы, которые отповедают всем потребованиям. А позднее еще и тем больше важно, что уже 20 годов установа является удельником международного адукационного проекта «Школы партнеры будущего». У его рамках не только отбывается обмен делегациями, але и выучаются лепшие напрацовки замежных партнеров. Мы подписали дружественное соглашение с гимназией города Гебезе, это земля Тюрингия, Германия. И данный проект осуществляется в виде школьного обмена, в результате которого мы изучаем культуру, традиции народов как Германии, так и Беларуси. 3-я Рогачевская средняя школа различена крыху больше на 500 мест, хоть у опошние годы колькость школьников трымается на постоянном узровне, каля 400 человек. Правда, на некий недохоп в учнев тут не скаржится, так кажут, навод больше комфортно организовывать научальный процесс. В учне, до речи, эту думку полностью поделяют. Одразу после урочистой линейки будучи выпускники делятся планами. Первоважная большесть меркует поступать у высшейшие научальные установы, у тымлику на педагогической специальности. Коли стольких годов бачишь перед собой приклад добросумленных относен до своей профессии, на его можно равняться. Я хочу поступить в Кулешово на психолога. Школа дала мне прекрасное образование. Здесь очень хорошие учителя, я горжусь своей школой. Новый компьютерный класс с 11 компьютеров и всего необходимого для их работы обсталевания – подарунок 3-й Рогачевской школе от Гомельского облвыконкома. Удосконаливание адукационного процесса, потребование часу, не покидаючи поза увагой необходимость захования здоровья школьников по часу учебы, больше уваги теперь будет надаваться якостному засвоению информации. По великим рахунку, зараз учень повинен не запоминать механично великие объемы ведов, а быть здольным свободно знаходить их у отповедных крыницах и выкорсовывать эту информацию на практике. Есть современные технологии, это и интерактивные доски, которые сегодня активно применяются в учебных процессах, современное оборудование, учебники, которые сегодня должны быть на уровне. И я думаю, что в ближайших 5 лет Министерство образования выпустит такие учебники, которые будут удовлетворять сегодня и детей, и родителей, и учителей. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Зрагачева.